Ну, как себя дисциплинировать? Но это вы сами для себя опять-таки принимаете, как себя дисциплинировать. Вообще себя хоть как-то дисциплинируйте. Дисциплина – это очень просто. Это когда ты держишь слово, которое ты себе даешь. И то, что ты произносишь вслух или пишешь в блокнотике, воспринимаешь как слово. Не клятву Гиппократа, что только на Библии, или вот надо пойти, чтобы брак был вот долгим и крепким, в церкви его скрепить. А что, так нельзя? Никак нельзя так. Вот ваше слово, значит, ничего не стоит. Вам обязательно нужно, чтобы был какой-то свидетель. Вам обязательно нужно подписать какую-то бумагу, чтобы у вас рука там трусилась от страха. Зачем вы себя загоняете в страх и в какой-то ужас? Дисциплина – это то, когда я даю себе слово, что я это делаю, я это делаю. Я вот сегодня с утра встала, все пошло не по плану, но у меня был план. Все равно мне нужно было ехать на тренировку. Перед тренировкой я вдруг вспомнила, что у меня есть целый список видео, которые меня Сергей каждый день просит записать, и я никак не могу, потому что то я еду не накрашенная, то я еду в спортивном костюме, то я, короче, вообще не туда еду. И я думаю, так, я должна записать эти видео. Я привела себя в нормальный, надлежащий вид, села в машину, у меня было времени мало. Так, сейчас... Времени мало, потому что на тренировку мне нужно было попасть до определенного времени. И я понимаю, что мне нужно записывать видео сейчас. А записывать видео сейчас мне нужно было вот так, с голыми руками. А машина холоднючая. А греть ее это 10 минут. У меня нету 10 минут, потому что у меня много всего надо сделать. Я разделась вот так вот, включила себе все подогревы. И понимаю, что все, выбора нету, надо делать это right now, потому что все, откладывать это некуда. И видите, как хорошо, что сделала, потому что потом уже после тренировки не смогла бы, даже если бы хотела, потому что забрали машину, а дальше уже началась следующий этап жизненный. Надо было дальше бежать. К чему я это говорю? К тому, что если я себе сказала, что я это сделала, я это беру и делаю. Вот и все. Дисциплина — это только про то, чтобы уметь держать слово, уметь отвечать за свой базар. Помните, как ты отвечаешь за свой базар? Вот научитесь отвечать за свой базар, и все у вас будет хорошо.